из самых ярких детских довоенных воспоминаний для профессора Восточно-Украинского национального университета, краеведа, поэта Бориса Лакатуша походы в кино вместе с друзьями. Ближайший кинотеатр находился совсем рядом с его домом, в помещении старейшей в Луганске Петропавловской церкви. В 30-е годы люди без веры сняли с храма купола и разместили внутри помещения кинооборудование. Кинотеатр назвали «Безбожник». Помню, мы, ну, это десяток раз, это минимум, ходили на Чапаев. Я жил здесь, в районе 4-й больницы, Земской бывшей, на Садовом переулке, где Рабкоровская улица, там вот за больницей, там, в Куту мы называли там это все. Сады там большие, это старое мое, так сказать, родовое гнездо. И ходили, конечно, сюда, в кино. Ну, когда мы смотрели Чапаева, конечно, все были на стороне Чапая. И Беляков мы все ненавидели. Я тогда не знал, что мой дядя тоже был белым офицером, бывший герой Первой мировой войны. И у каждого у нас был самопал. Изготовление простое. Латунная трубка, с одним концом, один конец расплескиваем, пропиливаем дырочку, набиваем спички туда, головки. Одна спичка вставляется там в скобочку рядом с этой, с этим отверстием. Все это на рукоятке пистолетного типа, из какого-нибудь сучка сделанной. Поджигаешь этим коробочком спичку, он стреляет. И мы стреляли по экрану, по белякам. Сам стрелял, сам по самопалу делал. Это все, так сказать, истинно и правда в моей каменобродской молодости. Впоследствии, уже после окончания войны, многие мальчишки могли похвастаться друг перед другом не самопалами, а самым настоящим оружием – трофейным. Борис Николаевич признается, что у него в те годы была большая коллекция оружия, в которую входили и пистолеты различных марок, и даже самый настоящий автомат, который хранился в потаенном месте на чердаке. Правда, автомат впоследствии благополучно закончил свое существование на дне реки Лугани. А вот, например, Браунинг юноша решил преподнести в качестве подарка своей любимой. У меня был маленький дамский Браунинг, великолепный. Первый номер, 5,6 калибр, как сейчас помню. И там было в обойме 4 патрона. Я подарил Алене Холодилиной, дочери профессора Холодилина. Она была первой моей любовью. А Николай Николаевич, профессор, нашел ее и выкинул в туалет на улице, который у них был. Вот так мой подарок разоружился, так сказать, Алена разоружилась. Во время войны подростком Борис Лакатуш находился в эвакуации в киргизском городе Фрунзе, теперь Бишкек. Как все дети, он быстро освоился в чужой незнакомой местности, подружился с детворой и даже выучил киргизский язык. Мало того, он умудрялся зарабатывать на жизнь, пас лошадей в горах и получал за эту работу и муку, и баранье сало. В 1945-м семья вернулась в Луганск. Город возрождался, отстраивался. Наши земляки работали, не покладая рук для того, чтобы Луганск вновь приобрел цветущий вид. Кстати, немалая заслуга восстановления города принадлежит и первому секретарю обкома партии Гаевому, который вникал во все проблемы и обладал прекрасными способностями руководителя и организатора. На некоторых объектах строительства в нашем городе работали и немецкие военнопленные. В частности, при возведении одного из самых красивых оригинальных зданий нашего города – гостиницы «Украина», ранее «Октябрь». Спорят, кто был архитектором. Ну, видите, это псевдоготический стиль. Все равно без какого-то немецкого архитектора этот проект не обошелся. Хотя официально был русский архитектор. Но вот посмотрите, разве у нас так строили? Этот стиль типичный, вот такой, ну, псевдоготический. Ну и ходил тогда анекдот у нас у пацанов. Что такое битые данки, битые данки? Это немцы пленные друг другу кирпичи на строительстве гостиницы передают. Говорят, битые данки, вот так. Так что вот это вот такое воспоминание. Но у нас она была самая фешенебельная. И в буквальном смысле фешенебельная, потому что мебель была вот такая. Полированная, анатолийский орех, перила великолепные, холлы. Я когда был во Франковске, то есть здесь, в Луганске, уже и секретарем парткома нашего института, и проректором, мы принимали здесь министров, замминистров в этих номерах. Великолепная была гостиница. Ну, а потом она заныпала, как кажут. Вот это одно воспоминание.
Борис Николаевич, у меня еще вопрос. Вы мальчишками бегали на немцев смотреть? А что на них ходили? Мы находили, давали что-то пожрать, извините. А моя тетушка работала в лагере военнопленных, тетя Зина, покойная ныне. Тоже гимназистка старая, луганская. Вот там, где сейчас обувная фабрика, вот этот вот, дальше серое длинное здание. Жилкомбинат назывался. Вот там был немецкий лагерь военнопленных. Это за Дино, институтом, пединститутом, это уже был конец города. Вот, поэтому я это помню, я ее посещал. И злобы у нас к ним не было. Даже какая-то жалость. Особенно, конечно, не у мужчин, а у пацанов и у женщин. Так что я не помню каких-то инцидентов, что мне бросали в них какими-то камнями. Нет. Ну, с едой было плохо, и то я помню, что кто-то чего-то по кусочку им давал. Они выходили, не стеснялись спросить, несчастные, замызганные. Но потом они стали более прилично выглядеть, их стали мыть почаще там, в этом организовали быт в этом жилкомбинате, где лагерь был. Ну, тетушка мне рассказывала, в баню еженедельно ходили, бараки там сделали получше, там, в этих комнатах, и казармы и так далее. Кормить стали лучше. Ну, в общем, ничего, уже где-то к 46-47 году уже они выглядели лучше. Вначале, конечно, жалкие были. Борис Николаевич вспоминает, что во времена его молодости Ленинская была центральной улицей города и главным местом прогулок. Там, где, как говорится, можно было и других посмотреть, и себя показать. Ну, это у нас 100-метровка называлась. Значит, весь город встречался в 40-х, 50-х годах, до 60-х даже. Вот от сада 1 мая до кинотеатра «Родина», вот там, где за памятником Ленина. Колонна, 6 человек шеренга идет в ту сторону, 6 человек обратную. Всех увидим, девушек, парней, своих, знакомых, все. Потом, когда стали постарше, поднимаемся на Карла Марла, как мы называли. Там был у нас кабачок «Семь дедов». Рядом, кстати, с нашей городской управой, где теперь музей бывшего Ворошилова, теперь музей истории города. Кстати, я к этому приложил свое перо и руку в свое время, потому что вообще хотели закрыть, уничтожить, 10-е. Ну, удалось сохранить всю экспозицию ворошиловскую, которая там была. И раритеты, которые там есть. Сейчас поднимается вопрос, где-то создать музей Ворошилова. Не трогая, конечно, музей города истории. Но я эту идею вообще поддерживаю. Но более знаменитого земляка у нас нет. Тем более, как раньше нас называли, Ворошиловоград знала вся страна. Потом уже Луганск, когда Заря стала чемпионом, узнали, что Луганск есть. Теперь, когда Алчевск у нас рядом, теперь знаешь Алчевск Луганской области. Прославились. Так что у нас есть всякие моменты. И вот ходили мы сюда, потом поднимали к семи дедам. Почему его разрушили? Там стекляшка стоит какая-то. У меня есть идея, я уже предлагал прошлому мэру, может быть, сейчас, после выбора, когда власть утрамбуется, надо бы его восстановить. Семь дедов, потому что там стало 7 огромных бочек с молдавскими винами. Краны в виде физиономии Бахуса, бронзовая. И во рту кран. 7 огромных бочек, вот 7 дедов. Там были молдавские вина прекрасные. Ну, например, если я скажу, молодежь удивится. Пино Гри, Шато и Кэм. А последний стоял такой анкерок на 10 литров, тоже дубовый, овальный. Там коньяк был молдавский. Но это уже для нас было не очень. Так, вино стоило руб стакан. Любое. Вот поднимется, стаканчик принял, и мороз не страшен. А морозы были у нас тогда, потом мы о них забыли. Одним из популярнейших в те времена мест отдыха был парк 1 мая. Борис Локотуш вспоминает, что раньше на эстраде там выступал симфонический оркестр, исполняя лучшие классические произведения. И хотя Борис Николаевич совсем не любил классику, но терпеливо высиживал все концерты, как говорится, от звонка до звонка. Потому что в зале вместе со своими родителями присутствовала его первая любовь – Алена. Все-таки я воспитывался тетками в основном. А тетки были гимназистки. Поэтому какое-то культурное образование я имел. И поэтическое, и художественное, и историческое. Ну, а в классическую музыку я не очень. Я несколько произведений сейчас люблю, несколько. Но приходилось ходить же вот в этот зеленый театр. Сижу рядом с Аленой,
и думаю, когда мы пойдем, где-то будем целоваться под воротами, уже когда все это уже разойдется. Одна мысль была под эту симфонию. Она говорит, я потом говорю, а ты, да я тоже так думал, когда это кончится симфония, надоело, пойдем погуляем по парку. Вот так. Ну, ходили на танцы, мы танцевали. А танцы были потом же у нас в доме, у холодильных. Танцевали мы потом еще у главного инженера завода Пархоменко, дочь была у него, на Карла Марла, у них там был дом. И радиола были тогда, это очень модно было, и пластинки. И мы танцевали так, назывался медленный танец, быстрый танец, фокстрот. Значит, танго так называлось, вальс, танго, остальное называлось медленный быстрый танец при офицере Ивановиче на пластинках. Но если проскакивало, то было написано слово фокс, вальс, бастон и так далее. Реоритм мы танцевали. Немецкие вот пластинки были у нас трофейные. Но все мы обожали, конечно, девушку моей мечты. И Марию Курок, я был просто пацаном влюблен в нее. И вспоминаю, как она, в общем, по этой лестнице антраша это делала и пела. Вон, дернах, там, тарам, дарам, дарам, пам. Кто из нас может похвастаться тем, что хорошо знает свою родословную, своих предков. Борис Николаевич может рассказать о своих корнях, начиная с середины 18 века, с того самого времени, когда на наши земли пришли сербские офицеры-переселенцы. С 1752 года при Елизавете Петровне в Каменном Броде давали земли воинам разного происхождения, мадьярского, сербского, славно-сербия образована у нас была, славно-сербский уезд. Потому что тут на диком поле надо было привлечь сюда переселенцев. И вот ветеранам русско-турецких войн, которые сложались в армии Суворова, Задунайского, вот давала Елизавета Петровна еще, потом Екатерина позже, земли вот в наших диких полях. И на Каменноброской горе мой этот прапрапрадед, ну я в седьмое поколение свой, я знаю. Ну, если я седьмое, дети мои восьмое, внуки мои девятое. Вот. И в основном у нас в роду были русские офицеры. В основном. И вот последний, как бы, более известный, это дядя Мишек, о котором экспозиция есть у нас в музее. Я считаю, это действительно герой Первой мировой войны. Кстати, я написал книгу по его документам, по его дневнику. Сохранился его фронтовой дневник, фотографии его фронтовые, где он сам снимал, он был, командовал батареей, участвовал в Бурсиловском прорыве на Юго-Западном фронте. В 18 году его демобилизовали в чине штабс-капитана. Ну вот, там все это есть в нашем музее. Поэтому вот с 1752 года я свою родословную знаю. По-мадьярски, по-венгерски, Лакатош, я коротко скажу, это что Кузнецовы, что Ковалевы. Также распространена фамилия, такое же значение имеет. У профессора Лакатоша трепетное отношение к истории. И к истории собственной семьи, и к истории нашего города. И ему больно наблюдать за тем, что старый центр Луганска, где происходило столько событий, где почти каждый дом история, находится в таком неприглядном состоянии на протяжении многих лет. Если бы у него была такая возможность, то первым делом Борис Николаевич восстановил бы исторический центр Луганска. Восстановить старый город. Это Казанская, то есть Карла Маркла. Значит, это английский сквер, здесь памятник Ленину, вот это английский сквер назывался. Это Петроградская, Ленинская улица. Это Пушкинская, она была всегда Пушкинской. И там здания, которые можно фасады оставить, как сейчас делается, а внутри модернизировать. И можно там сделать всякие развлекательные учреждения, кафе недорогие, 5-10, чтобы можно было отдыхать в этом районе. Просто гулять и отдыхать, когда там в юности ходили все на Ленинскую, встречать друзей, девушек. И еще, добавил Борис Николаевич, нужно бы восстановить семь дедов. Тот самый, знаменитый уютный кабачок, где была бы культура питья
и продавались бы молдавские вина с красивыми названиями «Пиногри», «Шато и Кем».